Девочки, всем приветик! Сегодня у нас 27 марта. Ездили по делам, зашли в фикс-прайс. Сейчас я вам покажу, какие сделали там покупочки. Димасик вот выбрал себе две машинки, вот такие вот там машинки вот этой фирмы. Очень большой выбор. Долго он там стоял, выбирал. Выбрал вот две модельки. Вот такую и вот такую. Стоит это 99 рублей. Также взяла ему вот 25 рублей. 25,50 что ли. Две конфетки KitKat. Так, дальше. Что купили там? Иваныч у меня вчера приехал с работы. Взял себе вот арахис. Какао. Вкусный там жареный арахис. Так. У девчонок, у блогеров увидела. Захотелось попробовать. Чай Тесс, он сам по себе мне нравится. Но вот с карамелью, девочки, ни разу не пробовала. Поэтому взяла. Проведем испытание, посмотрим. Димка тоже увидел какие-то вот резиночки. Что-то как-то в них надо играть. Разучим, как играть. Я так поняла, тут одна, что ли, или несколько. Сейчас раскроем, посмотрим. Я так понимаю, что игра девчачья, но я ему об этом не скажу. А то точно запулит и скажет, не буду я играть. А это хоть как-нибудь что-нибудь потренируется. Посмотрим, может, в интернете, как в них играют. Так, следующая покупочка. Увидела я там вот такую вот бобинку тряпочек. Одноразовых полотенчики универсальные. 99 рублей стоит. Вот взяла. У меня заканчиваются мои, которые я в Леруа покупала. Теперь вот эти вот испытания проведем. Дальше у меня идет чай Тесс. Этот чай зеленый. Он с клубникой и ароматом белого персика. Ароматизированный, значит. Но самое главное, что есть клубника. Ароматизатор уже белого персика. Посмотрим. Попробуем. Не попробуешь, как скажешь. Также купила свой любимый компот. Компотная смесь. Взяла две упаковочки. Девчонки, очень вкусные. И хорошие там ингредиенты подобраны. Также взяла вот такие вот пакеты для мусора. 50 рублей. Мешочки такие взяла. Они не очень-то, не больно хорошие, но мне нужно пакетики вставлять. Маленькое мусорное ведерко, которое у меня на столе, я им пользуюсь. Оно у меня набирается, я каждый вечер выбрасываю в общее ведро. Мне удобнее, когда на столе у меня банка вот с этим, с таким пакетиком стоит. Когда я что-то готовлю, я туда все это выкидываю, чтобы каждый раз ведро не лазить. Так, купили мы два вот таких букетика цветов. Потому что скоро уже память у моей бабули и у Сашиной мамули. Вот, потихонечку буду букетики составлять. Потому что у бабули у меня стоит большой вазон. Вот, и каждый раз надо цветочки менять. Вот букетик наберу ярких всяких цветочков. И потом я ей заменю. Очень большой вазон, красиво смотрится. Вот два букетика такие понравились. Беленькие, нежные такие. Так вот смотрится. 50 рублей. Цветов много там, море. Так. Саша себе купила вот такой коврик в машину, чтобы телефончик ложить туда. Антискользящий. Коврик антискользящий. В салон автомобиля. Сейчас испробует.
откроем, и он там себе прилепит. Посмотрим, как он там. Тетрадку купила вот из-за таблицы умножения. Потому что сейчас дитё наше проходит деление с остатком. И вот мне надо его контролировать. Памяти-то нету. Так, еще одна компотная смесь. На балкончик я купила вот такую вазочку, увидела. Как раз у меня там маленький очень подоконник. И вот хочу так поставить. И потом поприличнее сюда букетик. Увижу что-то интересное. Или в Ютере, или еще где-то. Еще надо будет мне один вазончик такой взять. А, по обе стороны поставить балкона. Мне очень понравилось. Симпатично смотрится. Обратите внимание, его даже подвесить можно. Вот такой настенный кашпо для цветочков. Что-нибудь придумаю сюда. Может, в Икее или где-то в Ютере посмотрю. Интересно. Так. Еще одна покупочка моя. Увидела я туалетную бумагу. Я трехслойную там покупала, а это увидели даже четырехслойную. 77 рублей стоит вот эта бумага. Ну, это все мои покупочки были на сегодня. Так что вот... что мои глаза увидели. Мне, конечно, лучше одной ходить, потому что меня никто не отвлекает. Хожу, смотрю, все щупаю. Вот такие были покупки. Где-то на 1000 рублей я сегодня вот это все набрала. Ну, всем пока!